Это программа «День с толком» в студии Ирина Корчагина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. Провал или хорошая мотивация? Почему в регионе отменили систему QR-кодов? Где ждут туристов из Алтайского края и стоит ли сейчас планировать путешествие? Полный Дисней. Как барнаульцы относятся к исчезновению зарубежных фильмов в кинотеатрах? В потоке событий, которые мы наблюдаем последнюю неделю, почти затерялась важная новость. Накануне в Алтайском крае отменили систему QR-кодов. Теперь вход в торговые центры, рестораны и кинотеатры наконец-то стал свободным. Почему QR-коды спустя 4 месяца вдруг отменили? Ведь далеко не все жители региона прошли вакцинацию, и коронавирус никуда не делся. В чем же причина? Смотрите в следующем материале. Теперь это творчество останется яркой страницей в истории. Интересный опыт длиной в 4 месяца для региона подошел к концу. Осенью за первые недели системы QR-кодов предприниматели понесли сокрушительные убытки. Пустые кинотеатры, рестораны и тренажерные залы. При этом все понимали, за эти потери в итоге заплатит потребитель. Несмотря на то, что во многом система QR-кодов в регионе провалилась, никто же не станет отрицать, что должным образом эти QR-коды никто и не проверял. Все же свою главную роль они сыграли. С ноября по декабрь в крае от коронавируса привилось почти 300 тысяч человек. Моя позиция была, и, наверное, многих, о том, что реально это пути заражения коронавирусом, они не в торговых центрах и не в барах и кафе. То есть мы все понимаем, что это основное – это транспорт, конечно, это магазины продуктовые, где люди стоят в очереди, и другие, те, на которые мы никак не могли эти ограничения наложить. Фактически мы же видим, что реально у нас многие те, кто обязаны проверять QR-коды, особенно в последнее время, этого уже не делают. Ну, действительно, не везде проверяли. Поэтому, наверное, это бессмысленно было, поэтому хорошо, что ее убрали, потому что, ну, какой смысл, если это все равно не везде? Охранники, поскольку, когда требовали, показывали, если какие-то... Могли быть послабления, может быть, надоели уже. Часто же даже охранники не проверяли эти QR-коды. Их можно было и не как-то, ну, не делать этого. Еще в феврале ежедневно в регионе выявляли по 4 тысячи заболевших коронавирусом. Сегодня заболеваемость спала в 2 раза. Также снизилась нагрузка на поликлиники и скорую помощь. Вслед за отменой QR-кодов в крае смягчили еще ряд антиковидных мер. Отменяется изоляция для жителей региона старше 60 лет, которые не прошли вакцинацию. А также снято ограничение по предельной заполняемости театров, клубов, спортивных объектов и цирков. Послабление ограничительных мероприятий – это не полное их снятие и отказ от них. Это всего лишь тот формат разговора, когда люди спокойно могут посещать общественные определенные места без предъявления QR-кодов. Никто не отменял масочный режим, то есть ковид никуда не делся. Кстати, теперь жители региона, которые хотят пройти ревакцинацию, могут привиться не спутником Light, а спутником V. Если человек никогда не прививался, ему, конечно, нужно поставить спутник ВИ двукратно. А потом уже можно... А потом, если человек переболел, через 6 месяцев можно поставить один компонент. Или человек ранее был привит. Специалисты не исключают, что в будущем регион может вернуться к системе QR-кодов. А чтобы этого не случилось, необходимо прививаться каждые полгода. Ирина Корчагина, Александр Антропов. День с толком. Власти региона готовы активнее привлекать будущих медиков в здравоохранение. Министр края Дмитрий Попов рассказал сегодня, что выпускников нужно заинтересовывать финансово. Об этом он доложил на правительственном часе. Компенсация обучения в специалитете поступивших на платной основе. Ежегодно планируем до 200 человек привлекать, переводя их с коммерческой основы на целевой, так называемый, принцип обучения за счет средств краевого бюджета. Тем самым мы и эту часть обучающихся сможем закрепить в нашей медицинской организации.
Среди других мер – целый список выплат молодым специалистам. Так, фельдшерам в первый год планируют ежемесячно платить по 6 тысяч, во второй год – 9, а в третий – уже 15. Участковым терапевтам и педиатрам изначально ежемесячная выплата – 9 тысяч. А еще Попов упомянул о компенсации проживания и увеличении нормативов финансирования образовательных организаций среднего профиля. В целом, на привлечение и закрепление медицинских кадров в крае предполагается заложить почти 1,5 миллиарда рублей. Эти деньги, по оценке регионального Минфина, планируется взять из краевого, федерального бюджетов и фонда ОМС. Сфера туризма вновь оказалась в сложной ситуации. Сначала в работу серьезно вмешался ковид, теперь свой отпечаток накладывают санкции. Однако, если до этого проблемы были только с закрытием границ, то теперь ситуация осложняется падением рубля к иностранной валюте. Какие варианты заграничного отдыха пока доступны жителям региона и что ждет внутренний туризм, расскажет София Яценко. Горный Алтай, Белокуриха, Москва, Санкт-Петербург и города Черного моря. Такие маршруты для внутреннего туризма выбрали жители Алтайского края. На решение повлияла программа «Туристический кэшбэк», которой можно было воспользоваться до 1 марта этого года. Действительно, очень большое количество людей смогло воспользоваться этой акцией, забронировать для себя отдых на 2022 год, конечно же, по России, с возвратом до 20% стоимости отдыха. Так как действительно система показала свою эффективность, скорее всего, эти акции будут проводиться, но все уже будет зависеть от экономической ситуации. И все же в регионе таким предложением воспользовались немногие. И на это, говорят специалисты, есть свои причины. У нас холодный регион, и поэтому сезон отпусков – это конец мая, лето и ранняя осень. А акция «Кэшбэк» распространяется только на межсезонье. Те, кто все же привыкли отдыхать за границей, на сегодняшний день заняли выжидательную позицию. Несмотря на то, что пока возврата путевок нет, бывалого спроса на путешествия также не отмечают. Конечно, по выездному туризму сейчас непростые времена, но паники среди туристов никаких нет, потому что самые основные направления, куда сейчас летают туристы, это Турция, Египет, Мальдивы и Таиланд, они летают по расписанию. Только приостановлены вылеты на Кубу, Доминикану и Мексику до конца марта. И то деньги туристов не пропадут, потому что им предложено перебронироваться на все открытые направления или оставить деньги как депозит на будущее путешествие. Ближайшие даты отменены, конечно же, март месяц на всех, практически на всех направлениях, если мы говорим про Европу и Карибский бассейн. По-прежнему можно предложить вылеты в Арабские Эмираты, в Египет, вот если говорить про сибирские регионы и, соответственно, азиатские страны, которые для нас открыты. Ну, про Европу пока мы забыли. Кроме того, специалисты отмечают, экономическая ситуация скажется не только на внешнем туризме. Рост цен повлияет и на отдых в России. Однако турагентства стараются мыслить позитивно. Туризм уже пострадал. Он уже пострадал в пандемию. Вот. Поэтому сейчас уже у каждой компании выработан какой-то алгоритм выживания. Плюс, если какой-то форс-мажор, все турфирмы 24 часа в сутки на связи со своими туристами, которые находятся за границей, и решают все вопросы. То есть, в принципе, мы уже привыкли жить в такое турбулентное время и находим всегда выход из каких-то ситуаций. Что-либо прогнозировать работники туристической сферы пока не спешат. Говорят, время покажет. Но все же надеются, что летом жители региона смогут позволить себе хороший отдых. И на территории страны, и за границей, а не только на дачном участке. София Яценко, Вадим Быстревский, «День с толком». Что делать с бездомными животными? Накануне этот вопрос обсудили городские власти и общественники. Особое внимание на встрече уделили исполнению закона об ответственном обращении с животными. Анара Шагирова продолжит. Накануне в ходе встречи сотрудников администрации города, зоозащитников, а также депутатов краевого парламента и Барнаульской гордумы речь зашла о том, что закон об ответственном обращении с животными необходимо корректировать, поскольку проблема с бродячими собаками стала для Барнаула особенно острой. Действительно, ситуация больная, она ответственная, и она в какой-то степени, в какой-то мере достаточно опасная. Сегодня отловом животных в городе занимается приют «Ласка». С ней заключен муниципальный контракт. Отловленные неагрессивные животные после лечения и стерилизации выпускаются на прежние места обитания. Агрессивные же особи остаются в пункте пожизненно. Однако и это не решает проблемы. Так, только в феврале организация отловила 165 особей.
Вопрос безнадзорных животных – это все-таки проблема не животных, а людей, да, с той точки зрения, что и создают-то ее люди. Да, поэтому для того, чтобы нам добиться отсутствия безнадзорных животных у нас на улице, конечно же, надо проводить работу именно с населением и с владельцем животных. Хотелось бы обратиться к гражданам нашего города, чтобы они относились более серьезно к содержанию своих животных, потому что очень часто граждане частного сектора отпускают своих бездомных собак, которые в дальнейшем убегают, сбиваются в стаи, плодятся и создают опасность для нашего общества. К слову, в феврале депутаты КЗС приняли поправки в бюджет региона на этот год. В нем около 25 миллионов отвели на содержание и отлов муниципалитетами бездомных животных. Из них более 5 миллионов для этих же целей выделят Барнаулу, поскольку ранее в приюте «Ласка» говорили, что средств на борьбу с бродячими питомцами недостаточно. Анара Шагирова, «День с толком». В классическом университете стартовал сбор гуманитарной помощи для беженцев с юго-востока Украины. Вещи принимают в центральном корпусе АГУ. После они будут отправлены как в центральные регионы России, так и в Ростовскую область. Именно там сейчас обживаются тысячи беженцев из Донбасса. Однако для пожертвований введены ограничения, а перечень товаров строго регламентирован. Это и канцелярские товары, это и продукты питания, бытовые какие-то предметы, одежда также для детей и женщин, мужчин. Поэтому мы принимаем абсолютно разные предметы. Это обязательно должны быть новые купленные предметы. То есть если им пользовались уже, мы не можем принять такую помощь. Если же это какая-то верхняя одежда без этикетки, то она просто должна быть в хорошем состоянии, новая. Принести вещи можно по будням по адресу Ленина, 61, с 9 до 18 часов. А мы продолжаем. В Барнауле почтили память бойцов 6-й роты. 22 года назад, 1 марта, 2000-му каравану чеченских боевиков противостояли всего 90 российских десантников. Среди них и наш земляк, обечанин Сергей Медведев. Анастасия Наборщикова побывала на аллее памяти. Чечня в начале нулевых. Кадры Аргунского ущелья. Тогда, в ночь на 1 марта, высота 776 стала местом гибели 84 бойцов Псковской дивизии ВДВ. 90 десантников противостояли 2000-му каравану боевиков. Выжили только шестеро. Да, было страшно. Те моменты. Этот минометный обстрел. Трупы. Было страшно видеть своих товарищей уже не живыми. Подвиг бойцов почтили на аллее памяти 6-й роты. Сегодня таких в России несколько. Город Барнаул стал первым городом в России, где была создана такая аллея памяти. Вот уже 2 года данная аллея существует в нашем городе. На этой аллее фонд «Защитники Отечества» совместно с другими военно-патриотическими организациями проводят различные уроки мужества. Сюда приходит подрастающее поколение. О таком забывать нельзя. 22 года назад наши ребята, многие ценой собственной жизни, положили почти 500 боевиков. Боец Виктор Романов, потеряв две ноги, продолжал корректировать огонь артиллерии. Обечанин Сергей Медведев один противостоял целой группе боевиков. В тот день Сергей Медведев в бой пошел одним из первых. Его тяжело ранило, но он не сдался. Он встал в полный рост и начал из автомата стрелять по боевикам, пока пуля не оборвала его жизнь. Я проходил службу на Северном Кавказе. Наш полк дислоцировался недалеко от горы Искорд, где погибла 6-я рота. По разведданным была информация, что у села Улускерт будет прорыв боевиков. Мальчишки понимали, что идут на смерть? Вы знаете, любой десантник руководствуется такими словами, таким девизом «Никто, кроме нас». Была поставлена задача, и они ее выполнили достойно. Я даже поднять головы не могу поднять головы. Тут с четырех сторон долбят, с четырех сторон. Вертушки, вам это авиация тоже придет. Какая вы чертова авиация? Если вы своих мужиков спасти не можете. В
8,5 лет строгого режима получил алтайский фермер, который убил своего партнера по бизнесу, а тело сбросил в реку. Напомним, громкую историю в Шипуновском районе наш телеканал освещал осенью 2020 года. Тогда, в июле, в полицию поступило сообщение о пропаже 39-летнего местного жителя. Через пару дней его тело нашли в реке. Следователи вышли на бизнес-партнера погибшего, 36-летнего фермера. Было установлено, что осужденный занимал у него деньги под проценты для своего бизнеса. Однако материальное положение не улучшалось, долги росли. Тогда он принял решение застрелить знакомого. Продолжим. Жители Алтайского края, впрочем, как и всей России, не смогут посмотреть премьеры Диснея, Warner Bros. И Sony. Такое решение приняли сами компании из-за ситуации на Украине. Брешь в сеансах будут закрывать отечественным кино. Как отреагировали барнаульцы, выясняла Валентина Аскерова. Сегодня в барнаульских кинотеатрах должен был быть аншлаг, премьера нового «Бэтмена». Но никакого ажиотажа не будет. Американская кинокомпания за день до премьеры отложила показ фильма о супергерое в России. Причина – события на Украине. Накануне стало известно, что целая плеяда мировых телекомпаний по этой же причине отказалась от прокатов своих новинок. Поставлен на паузу и новый блокбастер от Марвела «Морбиус». Такая новость обрадовала далеко не всех россиян, в том числе барнаульцев. Эти санкции против России, которые связаны с фильмами, это жестко. Я считаю, что это неправильно, запрещать прокат Диснея. Потому что я очень сама люблю мультики и фильмы. Смотреть такой фонд кино российского, я даже не знаю. Дисней, в частности, отменил прокат своих фильмов. Да когда без разницы, проживем на российских. Думаю, зря это. Зря затеяли эту идею, отменили все, что должны были показать. Расстроены не только горожане, но и владельцы сетей кинотеатров. Ведь это серьезный удар по бизнесу. Они сейчас воздерживаются от комментариев на камеру, но в социальных сетях зрители все же информируют. Деньги за билеты, купленные онлайн на нашем сайте или в приложении, будут возвращены автоматически. Если вы приобрели билет в кассе кинотеатра, то для возврата денежных средств вам необходимо приехать в этот кинотеатр и написать заявление на возврат. При себе нужно иметь паспорт. За счет чего сейчас будут выживать кинотеатры по всей стране, пока непонятно. А между тем, популярный сервис Netflix уже перестал транслировать 20 российских федеральных телеканалов. Более того, россияне в социальных сетях жалуются на то, что не могут оплатить подписку на тот же Netflix. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком. И к новостям спорта. На несколько дней Барнаул станет центром сибирского бокса. В краевой столице открылось первенство среди юношей 15-16 лет. Турнир посвящен памяти почетного президента Федерации бокса Алтайского края Владимира Мудрика. Подробности у Дмитрия Дроздова. 180 боксеров, 13 весовых категорий и вся Сибирь на алтайской земле. Боксеры будут выяснять отношения на ринге ровно 5 дней. Лучшие представят сибирский регион на первенстве России. Мотивация запредельная. Я думаю, что это именно правильное событие в непростое время. Поэтому всем желаю борьбы за титулы, отобраться на Россию и отстаивать честь России уже на международной арене. Сейчас это более чем актуально. То, что первенство Сибири пройдет в Барнауле, мало кто сомневался. Алтайский край уже принимал турнир по боксу российского уровня, и все остались довольны. Федерация бокса России за проведение соревнований ставит нам отлично. Я знаю, что ребята здесь работают, у них очень мощная, хорошая команда, и уже на протяжении нескольких лет они принимают на высоком уровне и проводят эти соревнования. Ребятам хочу пожелать красивых, интересных боев, справедливого судейства и без травм. А еще на открытии боксеров приветствовал взвод почетного караула Барнаульского юридического института. Первые два дня зрители ждут предварительные поединки, а уже начиная с 3 марта четвертьфинальные и полуфинальные бои. Финалы состоятся 5 числа в 12:00. Там мы и узнаем, кто поедет представлять наш регион на первенство России. Дмитрий Дроздов, Андрей Печоркин. День с толком.
На этом у меня все новости. Смотрите нас на 22 кнопки на YouTube и Рутуб каналах. Для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд узнаем, какой будет погода. Спонсор прогноза компании «Эвалар». До встречи в эфире.